Привет, ребятки! Арина, это знаете, что это от камеры объектив закрывает? Ты как успела оторвать-то? На. Держи. Ну что, игрушки? Это не игрушки. Короче, доброе утро всем. Мы с Аришкой занимаемся уборкой. Артемий смотрит мультики, завтракает. Встали мы уже, по-моему, где-то 1,5 часа назад, да, я успела принять душ, позавтракать, смонтировать влог, жду, пока он сохранится. Пока занимаюсь уборкой, у меня есть еще 1,5 часа, позанимаюсь домом и пойдем на улицу. Правда, вчера всем рассылали смс-ки от МЧС, что у нас очень сильный ветер, типа прям порывистый, особенно в прибрежных районах Питера, это мы как раз. Вот, но у нас выхода нет, нам сегодня надо сделать кучу всяких разных дел, потому что мы уезжаем с сестрикой, как бы надо закрыть все вопросы. Будем ходить сегодня по всяким разным организациям. С двумя детьми буду это делать. Вот, надеюсь, мы справимся и выдержим, потому что это займет практически весь день у нас. Я, правда, помятая. Я вчера пожалела, что я позволила себе не выспаться. Ночью мучилась с мигренью. Но вот сейчас, вроде, к утру меня все-таки отпустило. Я просыпалась, наверное, раз в 20, не меньше, потому что... Ну, сложно спать, когда голова болит. Вот сейчас не болит, но я как будто на мне всю ночь устала, бедняжка, я тут увлеклась уборкой. Кошка-то есть. Я не знаю, где слюнявчик. Короче, ну да, я зачерпну. Пробуем кабачок. Сразу как-то странно запахло кабачком, да? Подожди, тут лосинка. Ползает, весь мусор собирает. Ну как тебе, Арина? Надо на видео. Так вот, мы во влог снимаем. Не хочет. Ну не загораживай. Она выплёвывает почти, да? Ну а кому кабачок нравится? Ты его поливал. Ты его так и не ешь. Артем, ну не трогай ты камеру, господи, пожалуйста. Нет, кабачок, походу, вообще не съел. Арин, давай еще одну капельку и все. Ну ты, ай, блин. Вытри мне салфеткой руку, пожалуйста. А где? Мы на улице, мы уже достаточно долго, мы уже час не дома. Мы зашли в детский сад, выписали Артемия оттуда, забрали документы. Погода, и просто посмотрите на это. Видите, какая коляска, это за 15 минут. Я зашла в поликлинику, в регистратуру, мне выдали карточку Арины. Ага. Артёшину не отдали. Точнее, у нас копии выдают в нашей поликлинике, оригиналы не отдают. И, в общем, его карту не сделали, и придется потом Алишеру забирать. А Ришину сделали. Ну, вот как-то, к сожалению, так не успели они. Хотя могли, но увы. Вот, сейчас пойдем дальше по делам. Я еще на телефоне. У меня сегодня какой-то безумный день. Вот стою, тут документы подгружаю. Сейчас они отправятся. И пойдем за посылками. Снег валит. Обещали сильный ветер, а в итоге просто невероятный снегопад, красивейший. И знаете, на самом деле круто, что мы сейчас вот идем гулять в такую погоду, потому что это прям очень красиво и очень-очень приятно. Прям зима-зима. Артемий такой: мама, можно я съеду по горе? Я говорю: да, конечно, но мы идем. Он залезает, такой: мама, а почему я не еду? А льда-то как бы нету. Все запорошило снегом. Прям как в молоке идем. И все это в лицо. Вот только Арине хорошо. Только мне пришлось снять дождевик, потому что он не родной, его ветром сносит. Ой. Сейчас на Вайлдберрис за посылочкой. И на этом постамат, да, я уже говорила. Какой ты у меня снежный человек, кажется.
А что я весь в снегу? Так, сейчас, как всегда, мы будем угадывать. Я, короче, Артемию сказала, что если он угадает, я дам ему 100 рублей. Просто по приколу. Так, подождите. Как это, не приехала еще? Да ладно. А ничего, они решили задержать заказ, и он приедет после того, как мы переедем. Чудесно просто. Кто? Не будет сейчас заказов поставать. И продавец. Так, значит, короче, не получим. Сейчас идем на почту тогда. У нас метель. Мы еле дошли. Просто посмотрите на ребенка. Мы реально еле дошли. Ветер усилился. А, вот девушка кружит. Капец. Мы только до почты дошли, нам еще в МФЦ. Следующий пункт. Так, давай, открывай дверь на почту, я тебе там капюшон сниму. Мы были на почте и в МФЦ, и метель просто ужасная. Мы два раза держали коляску, чтобы ее не опрокинуло. А у меня на лице есть синяки? Нет, у тебя вода. У меня весь макияж растекся. Вообще просто жесть, реально пурга. И пришли в кафе поесть, даже сил никаких, идти еще больше часа обратно. С учетом того, куда нам надо, полтора точно будет. Смотрите на светильники. Это как у нас в спальне, только лампочка другая. Это как у нас в коридоре, только черные. Все одинаковое. Браво! Ну, он там в сумке. Ариша? Зачем ты его так все время далеко убираешь? Ариша? Нам еще надо в церковь зайти, отнести вещи. Господи, какая я лохматая, Ира. Макияж просто отдать. Потому что я насобирала 3 пакета. Вот. И мы получили направление в детский сад. Оно до конца февраля действует. Переедем, пойдем в садик. Отдавать документы. Еще надо в 2 магазина зайти. Вставай, ты так красиво стояла. Да. Вставай. Вот мы тут с детками. Ну что это упало? Ну, пожалуйста. Я присела выпить чая. Арина, что он делает с тобой? Арина смотрит, что это там было. На, это брат шутит над тобой. Он у тебя шутник. О! В общем, я успела сейчас поставить ужин готовить. Я еще хочу картошку почистить, отварить. У меня после нашей прогулки приятная усталость во всем теле. Знаете, как на даче, вот когда целый день я там что-то делала, когда у нас ремонт был, я вечером просто валилась с ног. Вот сейчас примерно такое же состояние. Макияж у меня, конечно, шикарный. Сейчас я ужин сделаю, пойду в душ, и макияж смою, потому что я вся просто... По мне видно, что я трудилась, да, ходила. Вот, и что еще, поработать успела. Зарплаты сотрудникам перевели мы.
отчетность там. Короче, с налоговой всякие дела. Да, я знаю, это нормально. А что у нас на ужин? У нас тефтельки у тебя с гречкой. Еще есть рыба, рыбное филе. Хочешь? Осталось со вчера. А мне будет? Это какая рыба? Ну, это как рыбные палочки, только не в сухариках, а просто. Я хочу котлетки какие-нибудь. Есть одна котлета в холодильнике. Вот открой холодильник, понюхай котлету, скажи, будешь или нет, потому что это покупная, она не такая, как я готовлю. Вон там в сковородке, там и рыба, и котлеты. Будешь котлетку? Да. Хорошо, с гречкой. Да. Уже готов? Да. Ну хорошо, ладно. Перебирает что-нибудь есть, что не будет. Как в ресторане у нас. Так, мне осталось еще свою работу сделать. И меня посещают крамольные мысли не постирать для занавески перед переездом, потому что я хочу их повесить на той квартире. Или пожить 2 дня без занавесок в спальне, и там их постирать уже в спокойной обстановке. Наверное, это будет более правильное решение. Там сегодня... уже так красиво! У меня все сделано, только мебели нету. Тебе понравилась твоя комната? Расскажи, как тебе твоя комната? Ну, хорошо. Что тебе больше всего в ней понравилось? Ракета. Ракета твоя? А обои понравились? Да. Не может от восторга усилить. Собачка, у меня прям вот такое кольцо, да? А свет, ну, светильники в квартире понравились? А мне больше всего свет понравился в моей комнате. Там очень здорово. Вот видите, как здорово. Да. Ты видела, как собачка кувырком летела, и я ее прям поймал. Завтра приедет моя сестра помочь. И няня с утра. Я только надеюсь, завтра будет погода получше, потому что опять пришла смс-ка, что будет ветер. Вот мне просто вот так вот нужна нормальная погода, потому что... А мне очень сильно кололо в лицо, там прям очень. Потому что... Я прям отворачивался иногда. Утром я хочу с няней отправить погулять, а в обед с сестрой. Вот я слушаю юный блогер. Да? Смотри. Ты прекрасен. Как всегда, все рассказала. Не полностью неудачно. Как раз когда я тебя показывала, собачка вырвала все звук. Сколько энергии. Я домой, я пришла, и я в подъезде стояла внизу. Артемий, как всегда, ушел наверх. Я ему ключи отдаю, и он открывает квартиру, раздевается. А я стояла и просто переписывалась в телефоне с друзьями, потому что у меня не было сил подняться по лестнице с коляской. И зашел сосед с первого этажа, увидел меня, заходит, типа, надо помочь. Я говорю, да. Мы занесли коляску, мне сказали, что мы переезжаем, что квартира будет сдаваться. Он такой, ой, только хорошие, чтобы жильцы были, но плохих не надо. У нас действительно очень хорошие соседи. Я прям хочу, чтобы у наших соседей тоже были новые хорошие соседи. Я помню, как мы сюда переехали, сначала нас никто не знал, знаете, так настороженно к нам относились, а теперь нас отпускать не хотят. Но реально я кому не скажу, что мы переезжаем, все такие, как? И вот сегодня с Садиком попрощалась. Я сейчас об стенку ударился из-за того, что собачку ловил. Она за спину упала у меня. Детки, конфетки. Как в рюкзак она у меня падает, да? Муж бедный пытается всю отчетность там на работе сделать из-за того, что мы делали ремонт. Он вообще в этом месяце как-то выпал из работы. Ну, то есть он туда ездил, но, знаете, потерял общую картину. На нем вся документация по... объектом. Собачка решила в рюкзак. Я ему не завидую вообще. Если бы у меня был рюкзак, собачка прям в него бы упадала бы. Точно. Это надо. Это я ее не подкидываю. Ребята, это она так дрыгает ногами, что она рефлекторно подкидывает. Подпрыгивается, подкидывается. Это Арина сама. Серьезно, ребята. Очень веселая девочка. Вот смотрите, ее вот так вот держишь. Она вот малышка. Малышка, Аришка. Это ты смеешься над братом? Мы тут с Ариной валяемся. Дождем Артемия из душа.
Вот, будем потом читать букварь, книжки. Я сейчас, у меня чуть инфаркт не случился. Мы лежим, здесь тишина. И вдруг откуда-то из угла голос такой, знаете, такой вздох такой. Ой! Причем я не знаю этот голос, не Артемий. Я думаю, это Рекса, что ли? И вдруг этот голос говорит: ой, как мне надо зарядиться, как мне надо зарядиться. Оказывается, это у Артемия этот Мишка говорящий был включен, и у него села зарядка. Это просто... Серьезно, так умереть можно, ты сидишь, и у тебя... Ой, такой вздох. Да? Че довольная такая? Ты такой клевая. Щеки такие у тебя. Что расскажешь подписчикам? Я еще не доделала работу, но Арина мне не дает шансов это сделать. Мне придется вставать и садиться за компьютер после того, как она уснет. Вот. Пока, увы, я. Не отпустишь маму никуда? Нельзя. Ну ладно, я буду с вами прощаться. Завтра я целый день буду собирать вещи. Завтра моя задача собрать все вещи, чтобы в воскресенье их уже не собирать. Вот такой у меня план максимум. И поэтому сегодня надо доделать работу, хотя я хочу спать. Потому что голова болит с вчерашнего дня. Класс. Вообще. Нет, не класс. Нет, не надо меня раздевать, Арина. Все, друзья, до завтра.